Рецепт, як уникнути мобілізацію, оприлюднив голова Миколаївської адміністрації Віталій Кім. Він показав бронеавтомобіль «Тигр», який був на озброєнні в армії РФ. Але за 5 тисяч доларів загарбники продали його. Пам'ятаєте, в цьому місці, підемо, Дім, в цьому місці Діма поймав перших десантників, які штурмували у нас тут в районі переправи, пытались штурмувати. Смотрите, что хочу сказать. У нас пополнение, Дим, в результате там, спецоперации. У нас появился еще один «Тигр». Ну, «Тигр» у нас уже третий, но первый по такой процедуре. Помните, Ванек писал, что мы покупаем технику? Ну вот он, этот «Тигр», который приехал уже не отжатый, а купленный. Подробности вот здесь. Итого, что хочу сказать, что гораздо легче и на похоронные русским покупать «Ладу». Можно продать технику, остаться живым, приехать домой и купить себе эту вонючую «Ладу». Техника так себе, то есть тут крышка от кастрюли вместо крышки от фильтра. Но мы все доделаем, приведем в порядок и отправим в бой.